Мария Горбань, звезда сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», не скрывает, что пользуется услугами косметических кабинетов и обращается к пластическим хирургам. Благодаря их помощи, а также регулярным занятиям спортом, поддерживающим формы, звезда начала получать в кино яркие роли эффектных красоток, и это ей очень нравится. Два журнала, Maxim и XXL, несколько лет назад устроили откровенные фотосессии с актрисой, так что читатели смогли полюбоваться ее модельными формами. Осенью 2014-го Мария родила дочь, но очень быстро избавилась от лишнего веса и привела фигуру в порядок с помощью тренировок с персональным тренером. А в прошлом году, давая интервью 7 дням, Мария рассказала, что предпочитает пилатес, растяжки, а также плавание и танцы. И вот теперь актриса рассказала, что проверила на себе один из секретов голливудских звезд, и решила открыть его своим фанатам. Как оказалось, американские кинозвезды любят некую косметическую процедуру, слоган которой — звук, несущий красоту. Лифтинг ткани и подтяжка лица происходит при помощи ультразвука. Он воздействует точечно, заставляя кожу вырабатывать собственный коллаген и формировать естественный каркас лица. В целях профилактики старения молодой кожи, говорит 32-летняя актриса, делается облегченный протокол этой процедуры, как в моем случае. Эффект новой косметической процедуры считается накопительным. То есть постепенно, за несколько следующих месяцев, кожа улучшается, подтягивается, выглядит более свежей и помолодевшей.